Джули По, ведущий нумеролог Международной академии нумерологии Альвасар, автор книг и методик по нумерологии, математик, физик, исследователь, естествоиспытатель, автор книг из цикла «Нумерология как профессия» и «Тайны клана магов». Александр Острогор, астролог, профессиональный психолог, писатель, преподаватель Московской академии астрологии, руководитель школы русской астрологии «Волхвы», автор 17 книг по астрологии, человек, говорящий языком звезд. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова с вами встречаемся в предновогоднем настроении, ведь уже буквально считанные дни остались до Нового года. 2020 принес нам массу необычных событий, и как кто-то может сказать, что они не очень хорошие, кто-то скажет «Ура, у меня передо мной открылись новые дороги». Но тем не менее, что бы там ни было, я думаю, каждый из нас немножко волнуется, переживает, а что там, за той гранью этой двери, которая откроется как раз 1 января 2021 года. И если наши нумерологические прогнозы немного трагичны в своем сюжете, то все же, что же нам расскажут астрологи? Ну и, как вы знаете, существует несколько астрологических направлений и школ. Первое, самое глобальное и мощное – это западное направление. Но есть и особое, ведическое, тонкое, настроенное на душу, на сердце и на взаимоотношениями между людьми. Эта авторская методика позволяет не только посмотреть, что будет в целом во всем мире, но и на то, какие тенденции, какие веяния даст та или иная планета. Более того, ведическая астрология объединяет культуры различных народов, скажем, майя, китайцев и многих других. Давайте все-таки посмотрим и, самое главное, узнаем у специалистов в этой области, что же нам все-таки будущий год обещает. Вот почему сегодня в нашей студии, на мой взгляд, легендарный человек, наш соотечественник и, самое главное, человек, у которого можно поучиться доброте и душевному теплу. Я сейчас говорю об авторе в области астрологии Александре Острогоре. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Джулия, я очень рад вас видеть и слышать. Сразу хочу сказать, что послушал последние ваши такие исследования мирового развития и российского. Я восхищен, да. Мне это очень понравилось. Такой своеобразный подход через нумерологию очень красиво, убедительно. У меня даже появилась такая мысль, пока я вас слушал. Я думаю, наверное, скоро появится нумерологический календарь. Возможно. Но мы продолжаем исследовать. Просто сегодня нам бы очень хотелось, чтобы наши зрители от вас услышали прогноз на будущий год. И ввиду того, что я не знаю астрологию, я не могу предположить, он будет положительный или отрицательный. Поэтому, если можно, что-то хорошее, если будет в следующем году, рассказать. И чего стоит ожидать, может быть, опасаться в будущем. Опасаться и ожидать. Хорошо. Итак, следующий, 21-й год, который у нас наступает. Ну, можно сказать, что разные системы, разные школы, разные направления ищут и видят свое какое-то во всех этих календарях. Самый распространенный у нас – это восточный гороскоп, который как-то прижился у нас в России, потому что он как бы в 12-ричной системе координат. Вот. Поэтому мы его встречаем, мы его празднуем, мы его, хотя он и наступает только в феврале месяце, в этом году он от 14 февраля мы его будем отмечать, это год белого быка, да, буйвого быка. Кстати, я тоже бык, тоже, поэтому этот год, который символизирует землю, как земля, да, значит,
будет удачный для знаков тельцов, девы и козерогов. Вот. Да. Будет удачный, потому что бык, он работает на земле, да, создавая и наш, и материальные ценности, я бы так сказал, да. Вот. Далее. Но все остальные календари, которыми пользуются на нашей земле, они как-то выпадают из нашего восприятия, потому что там, допустим, славянский гороскоп, да, состоит из 16 тотемных животных. Вот такой гороскоп. И там всего как бы, ну и даже этих 16 разложили, распределили там по знаком зодиака, получается, и по годам, и получается, что это 2021 год, который, кстати, он начнется в день весеннего равноденствия, это 20 марта, называется годом крадущегося лиса. Ой. Вот. То есть там уже и хитрость какая-то будет, а как раз мартовские там дела будут связанные с выборами, да, подготовкой этой или уже прохождение выборов будет и так далее. То есть лиса как коварная, как хитрая, как все равно обойдет все ловушки. Беспокоит кроликов, да, опасно. И поскольку он начинается, как бы знаменуется 20 марта, когда солнце входит в знак огня, поэтому огненным знаком, а это овен, это лев, это стрелец, этим знаком как бы вот это тотемное животное крадущегося лиса подойдет, наверное, больше всего. Вот. Это им какая-то удача, ну, кто-то с помощью хитрости какой-то, а там, где хитрость, там и обманы, могут присутствовать, и они прекрасно даже и расцветают, да? Но каждый берет своим. Кто-то берет умом, кто-то талантами, кто-то способностями какими-то. Вот. Но тем не менее, согласно этого календаря, славянского гороскопа, да, именно огненным знаком, будет повезет, если они будут внимательны к тому, что происходит, как происходит, где происходит, с кем происходит. И они свое не упустят. Вот. Есть еще тоже славянский такой гороскоп, который связан со сварожьим кругом. Вот. В нем тоже там много богов, ведь на Древней Руси было, в Древней Руси весь цикл разбит на чертоги. Мы сейчас живем в чертоге волка. Вот. И такой же вот из тоже 16 чертогов. Они опять не вписываются в нашу 12-ричную систему координат, поэтому, хотя мы и пытаемся вот в этих схемах, таблицах как-то впихнуть, уменьшить, развить эту тему, но все-таки 12-ричная система мира, она держит, ведет свое, держит и ведет свои направления, да, или, допустим, зороастрийский гороскоп, да, он состоит там тоже из 32 тотемных животных, да, вот такое вот зороастрийское. Можете чуть-чуть повыше поднять. Вот. Ну, нужно сказать о том, что именно 21 год – это год лошади, коня. Вот, а как и буйвол, это тоже трудолюбивое такое животное, которое работает и живет на благо и во благо
человека, в помощь ему. И поэтому все, кто будет упорно трудиться, то как бы опять будут иметь в этом году большой успех. Неважно, на каком поприще, допустим, воздушные знаки, как близнецы, весы, знак водолей, да, это интеллектуальные знаки, и они, будешь упорно трудиться, тебе год будет очень способный. Или как знаки, знаки воды, как рак, скорпион и знак рыбы, у них удача и успех больше будет слушать, везение будет в следующем году, когда они могут прислушиваться к себе, своей интуиции, чутье какое-то включать. И тогда они тоже могут оказаться на вершине своих каких-то возможностей. Да? Вот. Конечно, есть, которые мы используем в своих каких-то прогностических, ну, таких уже более, может, личностных, как гороскоп друидов. Да? Вот. Такое направление можем рассматривать, какое дерево тебе способствует, какое дерево тебе ведет, везет, будет благоприятно отражаться и на твоем здоровье, и характере, может быть, и так далее. Тоже не случайно такие календари, вписанные в историю вообще Земли, что ли, да? Есть еще один гороскоп, который тоже не получил свою популярность, хотя люди им пользуются. Это календарь Майя, так называемый, так они себя называют, календарь Майя. Да? И этот календарь Майя, который в этом году, это синяя лунная буря, календарь, который... майямский календарь, у него вообще свой алгоритм 13-20. То есть даже не 12, не 16, да, 13-20. И опять они не вписываются в ту реалию нашей повседневной жизни, где у нас все 12-ричные, и на часы мы смотрим, и месяцев в году, и... Ну, а если рассмотреть, допустим, все календари целиком, ну, условно говоря, взять большие какие-то циферблаты, одни смещаются там на 16 единиц, другие на 13, какие-то на 20, на 12, они же все равно рано или поздно будут где-то в какой-то точке пересекаться. Будут, будут, да. Вот, допустим, календарь, тот же календарь Майя, кстати, он начинается всегда в июне месяце у него, 26 июля. И до 25 июля 21 года. Такой алгоритм. И один день считается вне времени. Вне времени. То есть как будто вообще нету этого дня. Может быть, нумерологически это тоже посмотреть. С удовольствием, я записала. Но 13-20... тоже интересный отсчет, как бы, потому что мы говорим о том, что даже в 12-ричной нашей системе координат астрологической есть еще 13-й, как бы, знак, но это не знак созвездия змееносца. Вот. Нам даже люди говорят, что вы там, астрологи, понимаете, ученые уже давно открыли 13-й знак, а вы все еще на 12-й. Сидите. Я всегда говорю, милый мой, ты даже астрономии не знаешь. Он всегда там был. Вот. А в астрологии это место, где вбивается этот 13-й знак, клин змееносца. Мы называем это место сожженный путь. Сожженный путь? Так красиво. А почему? Этот клин змееносца мы называем, да, там все происходит не так.
там в каких-то крайностях, допустим, в этом клине Змееносца родился Достоевский и Суворов. Да? Две крайности. Достоевского изучает, читает весь мир, да? А Суворов остался непобедимым за всю свою жизнь. Не потерпел ни одного поражения. Но при этом я хочу отметить такую закономерность интересную, она людям будет тоже интересна, тем, что московское метро наше имеет 12 кольцевых станций. И решили построить 13-ю, площадь Суворова. Вот. Вот ее 18 лет вбивали, три или даже четыре раза объявляли о ее открытии, но так она и не открылась. Потому что она выбивает вот этот космический алгоритм. Вот действительно, Суворов и при жизни был непобедим, и после смерти его не победили. И тоже станция так не открылась. А вот переход на Достоевскую станцию, да, там был. Достоевскую открыли, потому что она радиальная. А площадь Суворова не открыли. Я еще в 90-х годах писал об этом. Писал, что нельзя строить 13-ю станцию. Она не дастся, она не... Там будут аварии, там будут... Потому что там клин Змееносца, он затрагивает Скорпион, вода и огонь Стрельца. Я писал, там будут потопы, наводнения, там будут пожары. Скорпион, там будут смерти. И действительно так все это и было. Вот. И поэтому даже если бы ее открыли, первые люди, которые станут на эскалатор, тут же сорвется что-то, все полетит, и сколько будет сразу смерти. Ужас. Ну, а если все-таки рассмотреть именно будущий год, мы поняли примерно, что более или менее мягко по знакам зодиака, если мы говорим о гражданах, скажем, России, а в принципе о нашей стране, о политическом режиме, экономическом, может быть, что-то о Европейском Союзе можете сказать? Значит, конечно, я сделал такой маленький предрассказик, да, о влиянии, все-таки космическом влиянии на нашу жизнь. Вот. Но предстоящий год, который мы ждем, он уже начнется с 20-го года, с 20 декабря, с 21 декабря, когда самое важное событие, которое произойдет в космическом таком плане, планета Юпитер, это планета социальной такой значимости, и планета Сатурн, это планета законов, прав, норм. Обе эти планеты, они войдут уже в 2020 году, в декабре, войдут в знак Водолей, но 21 декабря 2020 года они соединятся. И вот это соединение продержится своей символикой, продержится на весь 2021 год. Чем оно интересно? Ну, во-первых, поскольку Водолей, в который войдут, это очень знаковые события в астрологии, алгоритм которого мы отсчитываем 20 лет. Все, что будет заложено, потому что ровно через 20 лет Юпитер убежит вперед и будет, а потому что Сатурн почти 3 года стоит в каждом знаке зодиака. И пока Юпитер догонит, у него цикл 12 лет по всему кругу пройти, но и Сатурн уйдет, проходит ровно 20 лет, чтобы Юпитер догнал Сатурна. Поэтому если мы сейчас в 2020 году отмечаем вот это соединение, то
алгоритм, который он запустит, будет длиться до 2040 года. Именно Юпитер и Сатурн – общество и власть. Вот. Однако, поскольку обе эти планеты соединяются в знаке Водолея, то Водолей – это свободолюбивый знак. Ему не нужны никакие зависимости ни от кого. Ему нужна свобода действия, свобода мысли, свобода волеизъявления. Вот. А тут Сатурн – законы, власть, а Юпитер – это социум, вообще социальная ячейка как бы во всех странах, везде. И поэтому вот это свободолюбие распространится, начнется формироваться, ну, начиная с конца 2020 года, и продержится это все в течение всего следующего года. Потому что Юпитер как планета, она будет в этом знаке Водолея, и она будет теребить умы и желания людей добиться свободы, добиться свободы слова, свободы изъявления. Ведь смотрите, пока Юпитер и Сатурн стояли в знаке Козерога, сколько законов вышло, запрещающие свободу слова, свободу выступлений, свободу и так далее. Потому что Сатурн как знак законов, и там сам Сатурн, еще и Плутон в этом знаке, они все ограничили, они все оборвали, как бы все эти свободы. Но вот теперь во всем мире будет происходить пробуждение. Пробуждение там, где вас ограничают в каких-то, ограничивают в каких-то свободах. Вот. К этому нужно быть готовым. Готовым и людям, что их будет раздирать, готовы и власти, которые создали такие посылки, а эти предпосылки обязательно будут вызывать революционные настроения. И поэтому уже сейчас можно, конец декабря, уже можно говорить о том, что революционные настроения о смене власти, о смене законов, о смене... Ну, все не так, ребята, как поется в той песне, да? Все это поднимется на новую волну. На новую волну, и если власти не примут какие-то вот эти свободоразрешающие положения, да, то она же и пострадает. Тогда, говорят так, где тонко, там и рвется. Где тонко, там и рвется. А самое тонкое у нас сейчас проходит грань, которая проходит по Украине, по Белоруссии. Смотрите, как в Белоруссии, да, насколько жесткие противостояния, да. И все это в 2021 году уже может вылиться буквально в революционные такие перевороты. Вот, вот поэтому власть создает все законы, предпосылки, чтобы ограничивать людей. Вот. Ограничивать во всем. Главное, не выступайте. Главное, не заявляйте о каких-то своих правах и требованиях. Вот. Но чем больше они запрещают, тем больше будут создавать вот эту революционную ситуацию. Вот. Она прямо бродит в умах людей, в их желаниях, вот. И поэтому в этом плане 21-й год будет, конечно, может стать каким-то поворотным. Но поскольку планета Плутон, планета высшей власти, все еще находится в Козероге, вот. Но в Козероге он слабый, он всего имеет 2 балла. 2 балла из 6 возможных, что ли, да? И вот как бы упадок, бессилие власти заставляет ее издавать законы, чтобы защищать саму себя.
То есть Плутон как управитель науки, как управитель создания чего-то крупного, глобального. Ведь ничего крупного и глобального не было создано за эти почти 10 лет, пока Плутон находится в знаке Козерога. Вот. Развалено, разворовано много, а создать ничего не создали. Но когда Плутон, вот эта сила власти, да, перейдет в знак Водолея, там он еще слабее, он там имеет 1 балл. А это когда будет? Это в 23-м году. В 23-м году Сатурн уже уйдет к тому времени, должен уйти из знака Водолея. Но зато придет Сатурн, Плутон придет в знак воздуха, в знак свободы. И, ну, не случайно в прогнозах, которые мы делаем, и я слышал в ваших публикациях, что вот это революционное настроение, которое может и страну разорвать на части, на кусочки. Кстати, они уже и приняли такой закон, что ни одна часть не может быть отделима от целого и так далее. То есть, видите, то есть идет не работа, как бы направленная на улучшение жизни, повышение каких-то, да, а все идет, что власть живет и на свою самозащиту. Даже Путин выторговал себе там право неприкосновенности и прочее, будто Конституция, наверное, этого не давала. Ну, вот это смешно, конечно. Да? Вот вы сказали о том, что вот эта позиция, я имею в виду Юпитера и Сатурна, она встречается так, в такое вот соотношение раз в 20 лет. И если мы вернемся назад, сейчас 2020 год, значит, это в районе 2000-х годов была примерно такая же позиция, если я правильно поняла, да? Кстати, Путин пришел как раз на этом соединении тоже Сатурна и Плутона. Сатурна и Юпитера, в весах они были в соединении, да, вот вам 20 лет, и он непотопляемый, да. Вот. Кстати, Назарбаев смотрел его гороскоп, у него тоже, он и родился на этом соединении. Тельце, в знаке Тельца, а Телец – это знак материальных, как бы, устойчиво жить на Земле. Посмотрите, он и страну сделал очень устойчивой, да, по сравнению с другими странами, ни одного катаклизма там, ни одного, Были слабые предпосылки к революциям, но тоже достаточно быстро он это все сгладил, да. Вот, и поэтому и опять, как бы, тот же самый Назарбаев, который сидит... до сих пор управляет все-таки страной. И в этом году у него опять это соединение, которое от рождения было дано. И сейчас ему там 79, что ли, лет, да? 78-79 лет. Вот. И он все так же остается в силе. То есть вот эти планеты, они и индивидуально работают на человека, и, конечно же, работают на большие процессы, связанные с социумом, с обществом. Тем более, что и Юпитер – это планета, которая отвечает за иностранные государства. Иностранные языки, связи, дипломатию всякую, да, дипломатия как сама дипломатия, это Венера и Сатурн все-таки у нас, да, вот, но связи с иностранными государствами, и вот раз Юпитер входит в знак Водолея, то вот эти связи начнутся или более демократические, или будут расставлены точки все в наших отношениях между всеми странами. Вот так.
Поэтому хочется здесь особо подчеркнуть, что Юпитер, входя в знак Водолея, разворачивает перед всеми людьми, буквально на всей сразу планете, такую прекрасную возможность, как учиться новым знаниям. Учиться новым знаниям. И поэтому все, кто ведет преподавательскую работу, имеет какие-то свои центры. Я даже недавно слушал Михаила Левина, ректор Московской академии астрологии. Когда-то там начинал преподавать, потом ушел, создал свою школу, да? И он вдруг говорит и объявляет, что мы при академии создаем колледж. Ух ты! Вот. То есть колледж как предварительное, дополнительное образование, чтобы поступить в академию. Вот. Я думаю, он молодец. Ой, как он почувствовал Юпитер. Ох, как он его знает. И как правильно включил этот процесс в свою трудовую, что ли, деятельность. Да? Вот. Поэтому, может быть, и вам в вашей школе, или, по крайней мере, все, кто нас слышит, я говорю, самый удачный год. Идите, все, что у вас на душе нравится, люблю, интересно, то ли цифры, то ли планеты, то ли целительство какое-то, неважно что. Но если душа ваша горит чем-то, светится, самое время найти себе учителя, и тогда этот год будет настолько прогрессивным в вашем сознании, самоосознании, что жалко будет тех, кто останется за чертой этого времени. Вот вы верно подметили, что действительно эти циклы, они каждые 20 лет они повторяются. У нас в нумерологии мы тоже были очень сильно удивлены, когда увидели, что позиция декабрь, скажем так, 99-го года и декабрь 2020 года, они очень сильно похожи. Вот сейчас я увидела, что в астрологии тоже идет подтверждение этому. И в следующем году, опять-таки по нашим прогнозам, будет все меняться. И людям придется подстраиваться под новые какие-то реалии. То есть, условно говоря, я даже не могу сказать, что новое, потому что этого никогда не было. Но условно говоря, новая экономическая система, да, какие-то, может быть, новые валюты, новые политические режимы, новое построение взаимоотношений, новые даже коалиции между странами. Все будет новое. И вот ваш Юпитер, который учит, по сути, принимать все новое и учиться всему новому, он тоже здесь очень хорошо гармонирует. И если уж говорить о том, что по нашим прогнозам, по вашим тоже идут обновления в мире, будет ли что-то изменено в экономике, в каких-то коммерческих взаимоотношениях, в бизнесе в нашей стране? Да, я думаю, что потому что все-таки Сатурн входит в знак Водолея, а Водолей и Сатурн как второй управитель. Первый главный управитель – Уран. А Уран – это еще опять не только планета неожиданностей, да, но еще и высокого коллективного интеллекта. Что такое коллективный интеллект? Сколько нужно людям было думать, чтобы создать компьютер, а пользователь окей, и у него все. Да? То есть это коллективный труд. И поэтому Сатурн – это создание как бы новых структур, программ тех же компьютерных технологий. Поэтому в этом плане хочется предупредить людей, что именно со следующего года многие профессии будут отмирать. Будут отмирать, уходить в цифру. Если вам случайно удалось увидеть наше такое интервью, я вам скажу, люди, идите учитесь. Идите учитесь, и тогда вы всегда будете интересны и востребованы. А если вы будете цепляться за работу, а я-то больше ничего не знаю, больше ничего не умею, больше ничего не могу, а кому я нужен?
Вот тогда человек начинает болеть, дряхлеть и рано. Ну, любые перемены, они всегда приводят к новым знаниям, и это большая польза. Еще очень важно, что Юпитер, он символизирует собой как бы, управитель Стрельца, это огонь души. Вот почему важно именно в этом году, наступившем 2021 году, заниматься тем, от чего у тебя горит душа. Она, может, всю жизнь горела и хотела, но вот этот быт, вот эти и то, и сё, все время тебе мешали. Открывается время, открывается портал учителей, я бы сказал. Вот. И поэтому портал обновления мозгов, что ли. Вот те люди, которые в этом году займутся вот собой, своим интеллектуальным познанием и развитием, я гарантирую, что именно дело в том, что Уран, как управитель, он управляет человеческой жизнью, конкретно уже спрашивает, от 70 лет до 77 лет. Такой промежуток в жизни любого человека управляется Ураном. И если ты включил то, что Уран советует, самообразование, самопознание, саморазвитие какое-то, то я уже гарантирую этим людям, что они могут дожить до 77 лет, оставаясь в здравом уме, ни в ком не нуждаясь, ни от кого не завися. Вот как планеты как бы своей силой могут влиять на нашу жизнь, но мы знаем, как это правильно расставить акценты. Ну а если говорить о долголетии, все-таки встает вопрос о здоровье, и 20-й год нас напугал немного. Какие возможные изменения будут именно в этой сфере, если мы говорим о мировой пандемии, болезнях? И да, это тоже вопрос не праздный, он интересен тем, что все-таки эта пандемия, она подкосила всех во всем и везде. Это раз. И поэтому мы, как исследователи, мы должны вникнуть в эту тему, исследовать ее, посмотреть ее. Вот. И как астролог я могу сказать о том, что очень четко прослеживаются алгоритмы этой пандемии по крестам зодиака. Это что это такое? Это весеннее-осеннее равноденствие и летнее-зимнее солнцестояние. Именно в эти периоды, вот сейчас как раз зимнее солнцестояние, мы подходим к этой точке 23-го, когда Солнце войдет в знак Козерога, да, там с 23-го по 25-е, вот три дня, тоже как дни времени называются, да. И день пойдет на прибавление, но именно вот на этих фиксированных кардинальных точках как-то именно коронавирус себя проявил своими ростами и спадами. Вот. Но и это еще не все. Мы же знаем, что страдает иммунная система человека и дыхательная система человека, да? А там еще и сосуды уже и так далее. Но как раз год, который наступает, год, поскольку Сатурн и Юпитер будут управлять этим Водолеем. Водолей – это тоже дыхательная система и сосудистая система. И в Водолее еще, мы говорим, экзальтирует планету Нептун. Нептун, который отвечает за иммунную и
гормональную систему человека. Так Юпитер же тоже за это отвечает. И вот беда-то еще в том, не случайно люди, ученые говорят о том, что вирус может мутировать, может изменяться и так далее. Так вот, в конце декабря уже следующего года, мало того, что Юпитер как бы незримо присутствует в соединении с Юпитером и в этом наступающем году, 21-м, да, но Юпитер в конце 21-го года, где-то в 20-х числах также, войдет в знак рыб. А он же в рыбах тоже управитель. А в рыбами управляет еще и Нептун. То есть две планеты, Юпитер и Нептун, управляют знаком рыб. Вот. И они, Юпитер как бы входит в знак рыб, в свой дом. А там уже Нептун. Нептун, который уже подкосил иммунную систему человека по всему миру. И если Юпитер все-таки действует на небольшие группки, локальные группы, ну, как партии, объединения, кружки, студии, секции, там, это Юпитер, да, то Нептун – это уже глобалист. И поэтому он находится в своем доме, в рыбах. Он вошел туда в 12-м году и будет в рыбах до 26-го года. До 26-го года, поэтому иммунная система и гормональная система стоят на проверке людей, ну, как бы на их, в первую очередь, как говорит кармическая медицина, характеры, да, как ты смотришь на мир. Нептун – это психика, тонкая психика человека, как ты реагируешь на всех и на все. Вот. Какие ты отзывы пишешь, эти сволочи, те гады там и прочее, да? Же тоже все за это отвечает Нептун, как гормональная, допустим, система. Ты не в гармонии. Вот. Правда, есть люди, которые находятся в гармонии и показывают людям, рассказывают, посмотрите, вот это не так, это не так. А они им пишут, ты шарлатан, ты ничего не понимаешь, там, и так далее. Да? Поэтому даже и на ваши выступления, и на мои выступления всегда будут те, кто, у кого, знаете, вещи, которые не входят в круг их понятий, а они о них рассуждают. Ну, легко отрицать то, чего ты не знаешь. Да. Вот. Но я хочу сказать, что в нумерологии, например, Нептун – это очень хитрый знак, как лиса. И он, с одной стороны, дает глубину, а с другой стороны, всегда припрятывает какие-то свои козырные карты. И вот в нашем прогнозе в следующем году появится новая болячка, скажем так, да? Она уже будет бактериального характера, она действительно может быть более опасной. И беда в том, что она вышла на почве того, что сейчас. Мы не будем называть, чтобы YouTube нас не ранил, скажем так. То есть, получается, сегодняшняя болячка, она подкосила иммунитет, это первая стадия. А вторая, она выйдет уже вторым пластом, она уже, знаете, как некий преемник, который вот скинул в предыдущий султан своей власти, дал новому, более мощному оружие. Поэтому у нас по здоровью не очень благоприятный прогноз. Ну и у нас тоже так же. Я же не случайно сказал, что Юпитер входит в знак, свой знак рыбы в конце 21-го года. То есть две планеты имеют такую огромную силу, они в своем доме. Это подобно тому, когда Плутон вошел в знак Скорпиона. Это был 1983 год. Появился СПИД. И пока там Плутон стоял до 95-го года, мы говорили, средства от СПИДа не найдут. Средства не вылечат его. Вот. И так и действительно, и только сколько не объявляли, тут же все закрывали, говорят, вранье. И только в 95-м году, наконец-то,
когда Плутон вышел из своего знака, ослабил свое влияние. И тут вдруг нашли средство, ну, которое не лечит, но хотя бы тормозит развитие спина. То же самое происходит с этой с коронавирусом. Нептун стоит в своем доме. Юпитер на следующий год входит туда, к нему на помощь. И поэтому мы говорим о мутациях. Мутациях, которые добавит уже и Юпитер. Вот. Кстати, я в интернете выставлял там в сетях такие свои высказывания, кого метит коронавирус там, да, царапает своей короной небо. Типа таких фраз, да, о том, что люди неуверенные в себе, а это мы называем их лунные типы людей, да, интроверты. Вот люди неуверенные в себе, они все время мнительны очень, всего боятся, и они-то и в первую очередь и заразятся, и заболеют. В то время как люди солнечного типа, активные, деятельные, стремящиеся, ведущие что-то, ищущие, они даже если к ним он попадет, этот вирус, он в них сгорит. Вот. Поэтому очень важно быть уверенным в себе. А уверенность всегда к нам приходит, когда мы имеем знания, когда у нас есть опыт, когда есть какие-то таланты. Мы в них верим. Вот. И тогда, вот тогда ты, даже если заболеешь, ты не заразишься, ты не умрешь. То, чего так сильно боятся люди. Вот. Поэтому вот хороший рывок как раз вот для того, чтобы зажечь свою душу какими-то знаниями, да, интересами, увлечениями. То есть не от случая к случаю заниматься. Допустим, начал человек заниматься нумерологией тот же, да? Ой, ну дай посчитаю что-нибудь. Ой, дай что-нибудь через какое-то время. Нет, это же процесс. Раз тебе это нравится, он должен в тебе все время гореть, светиться. Вот. Вот тогда ты добьешься, вот тогда этот огонек души уничтожит и сожжет любую заразу, любую болячку, как бы ее ни прогнозировали, что она будет мутировать. Да, она мутирует, а ты же тоже мутируешь, ты же улучшаешь свои внутренние качества, свою силу поднимаешь, интеллектуальную, и душевную, и творческую. Все, тебя никто не возьмет. Александр, вы знаете, почему, допустим, многие люди боятся немножко астрологии, потому что очень большой объем информации. То есть, условно говоря, и планеты, и положение, кто за кого отвечает, транзиты. То есть, я даже, честно говоря, всего не знаю, я просто в общих чертах перечислила. Это очень объемная наука, она сложная. Но я знаю, что ваша авторская методика, она более адаптивна, что ли. И ее легче освоить, и действительно вот она как-то ложится. Вот я не изучала, я видела, меня консультировали по вашей методике. Это было просто, честно говоря, восхитительно. И вот то, что вы даже буквально на каких-то вот две планеты, вы нам так много всего рассказали. А как наши зрители могли бы пройти у вас обучение? Или, может быть, какие-то книги бы вы им порекомендовали почитать? Ой, ну это все есть и на сайте там у меня, допустим, и есть в интернете много информации. Я особенно даже и не, я больше сижу за книгами, пишу книги, вот мне это интересная тема, да. Кстати, вот сейчас буквально декабрь месяц, и уже где-нибудь к середине декабря выходит у меня новая книга, называется «Кармическое целительство». Вот. И там в моих книгах есть и сайт мой, и там, ну, как найти, связаться или что-то. Вот. Книга выйдет «Кармическое целительство», там что-то 320 страниц. Вот. А теперь одновременно, параллельно я работаю еще над 12 книгами по кармической медицине, по знакам зодиака.
То есть каждый знак зодиака, в какой группе риска он, как не допустить, чтобы то, что органы, какие у тебя находятся в зависимости, в зоне риска, как не допустить, чтобы не развилась, никогда не развилась эта болячка. Потому что как только смотрим мы на знак зодиака какой-то, а еще формула души, там больше планет собирается, то мы сразу говорим «профессия», а человек говорит, называет профессию, которая совершенно не соответствует его раскладу, тому, той мандале космической, да, с которой он пришел в эту жизнь. Может быть, у вас также и нумерологически это видно. Да? Вот. И я начинаю человеку перечислять, раз ты не на своем месте, какие у тебя болячки, а человек говорит, точно, вы все мои болячки назвали. Или говорит, да, уже начинается, уже формируется. А потому что ты не в тех вибрациях живешь. Ну, наверное, так же, как и ваши цифры имеют свои вибрации, свои, да, вот. И поэтому это, в общем-то, хорошая подсказка для людей или с помощью цифр, или звезд, да, узнать о своей вибрации, чтобы она соответствовала твоему предназначению, твоему приходу в эту жизнь. Чтобы ты не разваливался, а всегда жил здоровый, интересный, все время открывал в себе что-то, для себя что-то, а тогда ты не будешь служить источником раздражения для других людей, потому что у тебя есть свой мир. И вот здесь на пользу придет тот самый Юпитер, который говорит, практически уже кричит людям о том, что пора меняться. И 2020 год показал, что уже перемены, они неизбежны. И цепляться за прошлое – это действительно оставаться за рамками будущего. И будущее будет наступать очень агрессивно, очень быстро. И это не только цифровые технологии, какие-то новые изобретения, энергии, волны. Это, конечно же, еще и новый поток знаний. И кто знает, может быть, уже через 2-3 года астрологию, нумерологию будут преподавать в школе или в институтах, потому что перемены, которые сулят в будущем, они настолько глобальны, настолько непредсказуемы стандартному мышлению, что просто элементарно восхитят. Ну, я не думаю, что скоро будут, потому что власти этого не надо. Потому что власть хочет, чтобы были рабы, роботы. Вот. И поэтому те, кто не хочет оставаться рабами и роботами, вот они к нам и идут. Они ищут выход, они хотят развернуть свой мир, мир понимания жизни. Я всегда говорю, что ты всегда будешь жить и страдать, человек, пока не начнешь себе задавать вопросы, а почему мы так живем? А от чего это зависит? А как это влияет? А что можно изменить? И только так можно всю жизнь задавать. Но если ты начнешь искать и познавать, пойдешь куда-то поучишься, что-то почитаешь, во что-то вникнешь, у тебя появятся новые интеллектуальные друзья. Вот так же, как Водолей – это знак интеллекта, и друзей по интеллекту. Поэтому я думаю, что год, который у нас идет, и пока Юпитер там стоит, будут создаваться новые интеллектуальные объединения людей. Ну, не только на уровне партии, новые партии там могут создаваться, а ведь целые клубы, целые направления. Вот, я не знаю, у вас есть свой клуб? Да, конечно. Есть, да? Но значит, он как-то еще трансформируется еще в какое-то новое качество. Здорово. Вот. Потому что сам Юпитер и Сатурн как структура начнут с помощью Водолея Урана вносить что-то новое, качественно новое, что будет всегда привлекательно для других людей. Спасибо большое. Вы знаете, вот вроде как мы с вами перед началом эфира обсуждали, что будут такие сложные события в следующем году, а на мой взгляд, эфир получился очень позитивным. И самое главное, что
Вы как астрогор, дали звезду нашим зрителям. И звезда, она направлена на обучение и в какой-то степени даже вдохновили, на мой взгляд. И действительно дали возможность не бояться тех перемен, которые есть. Ведь в большинстве случаев люди почему часто впадают в депрессию? Они не знают, что буквально рядом, вот только встань с кровати, и вот она дверь. И эта дверь, да, она пускай новая, но зато она открывает действительно уникальные возможности для человека. Поэтому спасибо вам большое за это очень позитивное интервью и, самое главное, на мой взгляд, очень подробный прогноз. И наши зрители, которые владеют астрологией и нумерологией, услышали намного больше, потому что вы называли 23-й год как конечная стадия трансформации, 26-й год как начало нового пути. И действительно, все это откликается и с нашими прогнозами. И я очень-очень счастлива, что нумерология и астрология по-прежнему идут вместе в одном направлении и не противоречат друг другу ни в коем случае. Поэтому, дорогие зрители, если вам интересна астрология, изучайте астрологию. Если вам интересна нумерология, пожалуйста, мы тоже, наши двери нашего центра открыты для вас. Важно одно, чтобы вы никогда не сомневались, что эти две дисциплины ни в коем случае друг другу не противоречат. Они говорят об одном и том же, но чуть-чуть на разных языках. Как, скажем, проза и поэзия. И кому что интересно, выбирайте по своему вкусу. Спасибо вам огромное и хорошего вам вечера. И самое главное, замечательного нового 2021 года. Ну что ж, дорогие друзья, вы видите, насколько утонченно, насколько красиво рассказывает астрогор о будущем годе. Да, с одной стороны, он немного акцентировал внимание на изменениях, о том, что нас ждут изменения не только в области экономики, но и политики, режимов. Но самое важное другое. Он тонко намекнул об объединении стран, о создании каких-то новых, непонятных пока нам сегодня коалиций. С одной стороны, мы видим, насколько слаба сейчас государственность как сама структура, что они боятся будущего года, поскольку он принесет нам ощущение и желание вновь быть свободными. Свободными во всех смыслах этого слова. Свобода вероисповедания, свобода мыслей, свобода слова, свобода действий. И самое главное, мне так понравилось про Юпитер, который в будущем году обещает нам новые открытия и новые знания. Так, может быть, не стоит бояться? Давайте откроем свой разум и свою душу новым, непонятным пока сегодня реалиям будущего. И кто знает, может быть, эти цифровые технологии, эти новые науки и новые веяния дадут нам совершенно другой ракурс нашего будущего. С вами была Джули По и Александр Острогор. До новых встреч. До свидания.